То, что в Бонжеш-ду-Монти можно доехать на фуникулёре на водяной тяге, отлично видно сейчас на этом видео. Вагончик спускает воду, которую набирал аж вон там наверху. Вагончиков всего два, сооружены были в 1882 году. Работают по принципу, например, часов с гирьками. Один воду там сверху набирает, становится тяжелее. Спускается вниз, за счет этого поднимает вот этого второго своего друга, брата, акробата. Тот воду сейчас спустит, будет полегче, поднимается наверх. Вот такая история, на этом фуникулёре можно прокатиться. Бонжеш-ду-Монти, наша Португалия, наше путешествие на край света.